Доброго дня! С вами Марина. Сегодня я буду печь пирог с яблочно-вишневой начинкой. Для теста я буду использовать муку, куриные яйца, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар и сметанную сыворотку. Для начинки я буду использовать яблоки, замороженную вишню, сливочное масло и сахар. За мисочную чашу я ввожу яйца. Добавляю сахар, вливаю сыворотку сметанную, муку ввожу разрыхлитель и теперь просеиваю муку. Добавляю ванильный сахар и все буду ставить в замесочную машину. Яблоко очищаем от кожуры, семян и будем нарезать дольками. В готовое тесто выкладываем порезанные яблоки, хорошенько перемешиваем и добавляем вишню, выжатую от лишней влаги. Немного вишен оставим для украшения и тоже все перемешиваем. Полученную массу выкладываю в форму, смазанную маслом и присыпанной мукой. И равномерно распределяю по всей поверхности. Выкладываю дольки яблочек. И также украшаю вишнями. Сверху все обильно присыпаю сахаром. И также маленькими кусочками сливочного масла. Ставлю в разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут для запекания. Пирог выпекался 55 минут. Даем ему немного остыть, затем будем вынимать из формы. Пирог с яблочно-вишневой начинкой готов. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, смотрите мои другие видео и до новых встреч!